Не просто зал и картины, это дыхание Байкала. 26 мастеров прочувствовали его и отразили в своих работах. Во всевозможных вариациях такие, казалось бы, привычные – вода, песок и горы. Обычно я работаю с образами людей, не с природой. Но сейчас я так вдохновлен Байкалом и вашими просторами. Потому, когда вернусь домой, попробую соединить человека с этими незыблемыми образами природы. На просторах Баргузинской земли художники провели 10 дней. Как итог, около 400 произведений и выставка в Доме Союза художников. Это действительно сыграет, кроме личной творческой задачи, которую каждый сам решал, для популяризации имиджа нашей республики, что у нас такие красивые места, такие интересные ландшафты. Поскольку каждый автор, он очень дорожит своим творчеством, вот, и он повезет свои эскизы, свои этюды. Каждый в свою страну, в свой город. Международный пленэр прошел уже во второй раз. Для кого-то все в новинку, кому-то Бурятия стала уже родной. Через наши пленэры художники повысили свой уровень творчества. Я уже второй раз приехал. Это раз лучше, чем в прошлый раз. Благодаря крепким международным связям Союз художников Бурятии также активно участвует в выставках за рубежом. Так, в начале августа 10 наших художников отправятся в Монголию. А вот увидеть своими глазами итог этого пленэра можно будет до середины июля. Ксения Шабаева, Евгений Павлов. Новости дня.